Сюда приезжаешь? Кондюшка. Слава Христу. Бодренько. Спаси Христу. Бодрецом, бодрецом. Это обращение, что ли? Общее или что? Нет, это не общее. Это она принесла с работы документ. Марина, это что? Давайте, сестры, кого огурцами одарить можно? Кто нуждается? У кого нет? Не мой. Свежие сегодня стряпки огурцы. Все хорошо. Утешили души истины, и жили здесь, и все исполняли сокровища благих, и жизни подателю, приди, селися мы, и очистимы от всякие скверны, и спаси Божьи души наша. Господи, благослови нас, будь милостив нам грешным, тебе слава, веки веков. Аминь. Аминь. Так, напоминаю, с сегодняшнего дня начинается Успенский пост. Сегодняшнего? Да, сегодняшний день пост. С 14-го всегда. Вчера было заговение. Да, да, да. Вот. Сегодня, да. Я потом говорю. 16-го. Да. На неделе, в пятницу праздник Преображения Господня. Вот, значит, в субботу, воскресенье я буду здесь, приеду. Воскресенье, также на следующее воскресенье приносите освящение плодов и фруктов. Да. В это воскресенье, 21-го, я буду здесь. И виноград, да? Виноград, да, виноград, все фрукты, овощи. Да, кто готовится к исповеди, исповедь будет в субботу, вечером будет исповедь. Кто желает причаститься, исповедуется, пожалуйста. Вот, ну что вам сказать? Освящение будет в воскресенье. Да, в воскресенье будет. В воскресенье после литургии будет. Так, погода немного установилась. Сено братья там заготавливают с трудом. Так, какие бы происшествия особо нет. Братья лагерные трудятся. Еще восстанавливают там три плотины возле деревни, какие были пруды. Геннадий Тихонович там договорился, бульдозер опять работает большой. И вот они там работают. Прошлое воскресенье, это 7-го было, к нам где-то в 2 часа примерно приехали корреспонденты, или как их назвать, значит, из видеоканала «Россия-24». Есть такой канал. Они заранее долго договаривались, просились, значит, но им разрешил Игнат Тихонович приехать. Они приехали. Мы были, как раз занятия были, проходили у меня в доме, они немного на занятиях побыли, потом я их там чаем попоил немножко, и пошли они тогда в лагерь.
все, они брали там интервью, там у меня, у Игнатия Тихоновича, снимали все это, они, там аппаратура такая у них хорошая. Вот, по деревне сходили, в храм зашли, в школу, ну вот так вот. С некоторыми жителями, с нашими там, кто только что приехал, недавно кто у вас, ну вот там Алеша Устинов. Они всех спрашивали, там это, Игорь Барабаш, а вот вы приехали, вы не жалеете, что вы приехали? У вас не было желания, чтобы это все бросить, вот это, и уехать? У вас здесь каждый день работа, каждый день у нас работа, у нас выходных нету. Я говорю, никак выходных нету. Ни отпусков, ни выходных, ничего нету здесь уже. Утром уже в 5 часов надо вставать и ложиться не раньше 11-12. Так. Ну вот, ну и вот они такие все там, ну, фотографировали там скотину, что фотографировали, они это снимали на это. А к вечеру пошел дождь, они приехали на «Жигулях», «Жигули» где-то наняли в Рюбрихе или где приехали, он сразу уехал, они потом вызывают его-то, что договорились, что он опять приедет за ними. Ну вот, и он появился, в это время дождь, ливанул такое дождище там, и он только переехал переезд к нам-то, и там где-то в луже засел. Засел хорошо, по самое это, и все, звонит, я никуда не могу, говорит, все, я даже из машины вылезти там не могу, и все. Ну и что, здесь уже вечером, уже 8 часов, 9 час, уже смеркается, там, я Андрея Устинова на ВАЗике подговорил, он поехал, там, их отвез, до него довез, выдернул их. Мы говорили, что нам нужно еще завтра быть. Игнатий Ильич, я говорю, ну, не надо завтра, такая... Грязь, вы не, ну не проехать на машине на это. У нас посылать машину, вы понимаете, что день рабочий, это кто-то терять день. Да зачем нам это нужно? Это у каждого, каждая минута, час, он дорог здесь, понимаете, что? А он поехал туда, час-полтора, да, обратно, это, считай, полдня уже потеряно. Но. А сегодня день, говорит, год кормит. Да мы понимаем, но мы что-нибудь придумаем. Смотрите, думайте, вытаскивай, если вы поедете на «Жигулях» за себя, мы не поедем вынимать вас. Это время терять на это. Ладно, ладно. Ну, мы думали, что они приедут. Еще ночь, всю ночь дождь лил. Утром звонит мне представитель совета Аким Тихонович. Мне позвонили с Мамонтова, к вам едут, значит, телевизионщики. Вот это. Я говорю, так они вчера были. Да нет, сегодня едут. А у меня, я думаю, а кто знает, мы вчера были какие-нибудь это... Левые. Левые. А сегодня настоящие. Правые. Правые едут. Православные. Ну да, они мне так позвонили, они там женщина и мужчина. Женщина, я, по-моему, 28 лет. Молодая такая, красивая. Вот. Но он постарше, он лет на 10, на 9 лет постарше. Он, то ли он кабардино-болгарец. Кабардино-болгарец он. Так сказал. Кабардино-болгарец он, да. Ну, я говорю, ну, едут, пускай едут. Мы что, приедут, встретим. Они не звонят. Если приедут. А потом уже звонит, походит немножко, звонит она, это Анна. Отец Аким, мы вот это едем к вам. Как вы едете? На чем вы едете? Нам сегодня хорошую машину мы нашли, очень хорошую. Я говорю, какую же вы хорошую? УАЗик. О, это, говорю, самая хорошая машина, действительно, эта машина. А они там, да, видать, где-то как они с кем не знаю, я не спросил, я говорю. У Долгова, она в подстёпной-то, он дал ему УАЗик. УАЗик как это? Санитарка такая. Ну да. И вот они приехали, но они недолго были, примерно часа полтора, они еще прошли, она по деревне, значит, здесь они уже безо всех, она идет что-то наговаривает, а он в это время ее снимает. Потом по лагерю пошли, та же она по лагерю ходит, что-то там наговаривает, мы дальше, чтобы мы в кадре, чтобы нас уже не было в кадре. Она там наговаривает что-то, а он в это время снимает. Ну, потом поехали, где Игнатий Ильич плотину делали, там поснимали они на Рыжковском пруду плотину, фотографировали все, и все, и они поехали. Дочка, так они не показали, чего наговорили-то там? А что не покажут? Ну, представь, они где-то, может, наговорили, снимали, это там было где-то 6, и здесь где-то 8 часов снимали. А из этих 8 часов, когда они все обработают, там уже будет на 10 минут. Покажут. Не будешь же 10 часов показывать сериал этот. Да. Но. Но они же все обработают, когда там 10 минут, может быть, 15, там 20, но не больше это будет. Что там показывают? Они же выбирают там все. Ну вот такое было. Ну и больше так
особо ничего таких не нет. Когда обещали показать? Но они, мы попросили, они говорят, обязательно, как будет готовый материал, когда будет известно, в какое время будет показ, мы, говорит, вам позвоним, сообщим. Это не так скоро будет. Там же они режиссеры будут работать. Там, там программа какая-то должна быть, чтобы под нее. Да, да, да. Это не просто так, пошло. Что они сняли, показали, потому что это если было какое-то такое частное, это мне. Программа там, будет. Обязательно. Да, какая-то программа будет по этой программе. Теперь они из этого всего материала, это они там выберут, да, где уже специалисты, что нужно, что там. Налево, что направо, там уже но будет. Они за нас или против нас? А? За нас или против? А сейчас идет, за вас, за вас. Сейчас идет, как сельское хозяйство поднимать, самим себя накормить. Ну вот они о том, как деревня, вот это, ну, все там. Ну это они со мной, там я немного им тоже говорил, там, что говорил историю поселения. Путин хочет много положить. Но больше их интересовало, конечно, лагерь и как вот отношения все. И они в этот день, в понедельник-то, они были... Как я понял, в Мамонтово. Или даже в Романово. Вот я точно сейчас не могу сказать. Мы, говорит, были потреб в этом надзоре. Но, говорит, они отказались с нами, значит, иметь общение. Сказали без комментариев. То есть не пошли с ними на контакт. Не стали. Это. Тут не понять, сейчас. Кто за кого. Вот и все. На этом, ну, вот на этом закон. Теперь да, будем ждать, что будет штрафы там. Найти, что будет, что. Ну и... Если комиссия ездит... Ну там много, они больше там Игнатия Тихоновича, там пошли мы на пруд, где крещение там на скамейке, он сидит там разувается, она все это снимает, да. Он там и дырявый носок показывает. Валку вырвали. Ну да, там ноги пошел на пруд там. Но она просила, чтобы эти кадры были. Не просто так. Она просит, что вы вот так вот и так вот сделаете, там пройдите там где-то, вот, чтобы так было там из-за травы там на велосипеде проехать и что-то. Да. Ну вот. И всех она-то как бы главная, а этот Руслан-то он только. Он снимает. Ну, он видеооператор, она видеооператор. Да, она режиссер, она все. Вот вы повернитесь так, там вот туда идите, смотрите жизнь, туда, там что-то, чтобы им нужно кадры такие. Наряжается. Ну вот так. Тоже, так, а у меня какие вопросы есть? Батюшка, вот я хотел задать вопрос. Давай. Насчет митрополита. Я понял, да. Вот ничего не звонил никого. Какой митрополит? Ларион. Мы были с ним, поцеловались, вместе постояли, помолились, фотографировались. Ну а что он к нам вот не пожелал приехать? Да какой пожелал? У них все расписано до минуты. Ну как, ехал, все-таки мы община, молимся. Мы молимся. Он же ехал не к нам, у них совсем другая. У них паломническая поездка. Представь. Ну я поняла. Ну вот, мы только доехали с Владыкой Сергием до Нитры Ростовска, у них автобус стоял, они были в храме. Они смотрят на часы. Через 20 минут автобус должен уже от Дмитрия Ростовского отходить. Там милиция. Ждет и ГИБДД сопровождает. Автобус большой такой, как двухэтажный, но не двухэтажный. Но такой автобус. Их 32 человека с ним. Люди с Австралии, с Америки, там все. Все, и они уже даже все не задерживают. Время посмотрят опять на часы, все, пора садить. У них сколько в автобус отправляется? Должен отсюда в автобус столько-то уже отправиться. Все, мы выходили, проводили их, они поехали. И там у них вся поездка была, где они останавливаются, где будут там. Когда они, а назад они уже ехали 6-го отсюда на самолет, они прямо оттуда и уже их подвезли к самолету. Все, а ты вот это, к нам. Я даже не стал их приглашать, я узнал, что это бесполезно, ну что там, зря. Поэтому, если бы он ехал свободно было бы, да, а это он едет с группой, такая группа. Почему? И в храмах молились, все уже, да. Поэтому так вот было сделано. Ну что их? Мы их. Он молится за нас, мы знаем. Ему такие условия поставили, он выполнял. Это было заранее просто нас включить в программу. Да, вот вас только бы включить в программу. Это, считай, второй патриарх за границей. Так, еще какие вопросы есть? Что там с сеном у вас? Погода хорошая. Сено, сейчас сено стали заготавливать, может быть, не знаю, процентов 50, может, заготовили уже. Вот эта неделя вся солнечная вроде. Ну вот если будет солнечно, то еще, а там уже уборка, надо уже горох убирать, овес поспел уже убирать надо, еще сеном. Пшеница-то полегла вся, да, бочка? Пшеница-то полегла вся? Ну, полегла, которая не полегла, там это гречка сильно полегла. Ну, а ничего, это, говорит, не страшно. А чего у Игоря суд-то был-то?
ничего еще не закончился. Суд был, что там у нас свидетели были, опросили свидетели вначале нас всех. Вот, и потом уже думали, все. Нет, там что-то они, значит, цену, там, которые их не следователи вели, они взяли цену гречки какую-то такую, показалась им большая цена, значит, там они теперь должны эксперты какие-то определить, какая цена, какую цену поставить. Вот. Ну, вот так вот уже. Игорь уже посчитал, говорит, может быть, не стоит. Сколько я, говорит, проездил уже туда-сюда на бензин, да все, в Алейск ездил, да в это вызывали, уже, говорит, наверное, половина-то проездил этой цены-то. Прямо. Теперь с него-то и брать, что с него получишь? Если ему, у него нет ничего, ему присудят, а как с него брать? Что? Будет 1,5 рубля платить. Ничего нет у него. Вот. А насчет чего судились-то? Ты забыл. Он взял 3 года назад, у Игоря нагрузили мы КАМАЗ с прицепом гречки. Там тонн, наверное, 20 было. Нет, больше там. Больше 20-то было тонн. Потому что КАМАЗ, и там борта такие высокие. Там борт высокий, там такой, там борт только у него. Точенные борта. И он увез, когда нагрузили. Ехал, да все, все, нагрузили. Он, ох, Игорь, знаешь, у меня денег нет, я завтра привезу. Да. На корабль должен. Куда выгружать-то? Выгружать теперь нам... Мы, если он грузит 2 часа, так, а теперь выгружать нужно лопатой вручную накладывать в это. Это признание. Это мы будем до вечера не выгрузим этот КАМАЗ. Куда? Ну он ладно, поверили все. Он привезу завтра. О, я послезавтра привезу. Послезавтра. Через неделю. Ну все, а потом не стал на звонки отвечать. Вот и все. А потом говорит, я не брал. Хотя расписку написал, что я такой-то Картошкин взял у Игоря гречки, значит, КАМАЗ с прицепом. Вот. Такого-то числа и где, и печать его. А это я, говорит, расписку написал так, чтобы он знал, как писать расписки. Это его адвокат научил. Вот и все. Научил адвокат. Адвокат. Адвокат-то у него такой, адвокат-то он не нормал, адвокат, ну, положено, что ему назначили адвоката, и все. Да, подучил. Ну вот, но сейчас уже как бы он доказали, что это брал он. Вот. Ну, какой теперь сколько отдать? Да. Теперь уже за цену идет, сколько отдать, значит, по какой цене? Вот ну вот, все, все-таки доказали, что он, значит, брал. Башка, где Игнат Тихонович с камерой был в тот момент? А? Где Игнат Тихонович с камерой был в тот момент? Да, то, я все не знаю, где был, камера, наверное, и не было, но и... на каждый момент камеру не будешь, это с камерой. Ну, здесь нужна. Да. Нужна была, ну вот так вот. А помощники кто там? Игорь Капрал, никого нет, батюшка, помоги нагрузить КАМАЗ там. Ну а мы что, он когда подцепит ковшик, то нужно в это время лишнее с ковшика убрать, чтобы когда он пока вывозит, чтобы она не рассыпалась. Вот это моя помощь вся в этом загружали. Лишнее убрать. Да, и мы с матушкой это помогали. Я с одной стороны, матушка с другой стороны, когда он подчерпнул, поднял, мы в это время, значит, лишнее убираем. С ковшиком тогда высыпает, и вот мы свидетели, я матушка свидетель. А матушка спрашивает там, а вы точно помните, что это, знаете, что это гречку крутил мне овец? Он, да вы что? Я институт заканчивала. Что, я гречку от овса не отличу, что ли? Я агроном. Ну, правильно. Попался он. Я что, говорю? Я иногда, ты лишнее ничего не болтай, а то сейчас заболел, ты что-нибудь не болтай. Она все правильно сказала. Хорошо она сказала. Вот здесь надо снимать. Очень грамотно. Это уже когда суд, на суде суд был, и нас посвидетели по одному вызывали. Суд был. Когда сидит прокурор, прокурор там задает вопрос, прокурор, адвокат. Значит, судья сидит, женщина одна сидит, так это все. В одеянии, в этом, в рясе в такой она. Ага. А что-то не было коммуниста-то, не было. Тоже что-то 3 года не отдал. Ну где-то в районе. 3 года. Закон есть такой, если 3 года прошло, и мы не подали пока нет, то все, за давностью это уже не считается, за давностью времени. Больше 3 лет. Но мы подали, еще 3 года не закончилось, поэтому суд идет. А если бы подождал еще, я говорю, подождал 3 года, то все, уже это идет так. Ну, если преступление совершено, то не совсем так, но там тоже есть руки давности, они побольше маленько. А суд-то где был, батюшка? А? Суд где был? Мамонтова. Мамонтова. Нас вначале опрашивали первый раз в Алейске, там были, а потом суд в Мамонтово. Не Алейска. Ну, вот так вот. Еще какие вопросы ко мне? Нету никаких? Нина.
Когда вы едете? Таня Новикова звонила. Следующее воскресенье, 21-го. Звонила Таня? Да. Ну что? Ну, она не могла машину завести. Надо было такси вызвать. Машина садилась, на трамвай доехала. Далеко не показывать. Ну, с кем-то созвонилась, куда бы подцепила ее как-то. Уже нечего делать. Машину. Я ей говорю, ты не езди на машине. Нельзя. Я ей говорю, чтобы она не ездила на машине. Больная что-то случилось. И... Остановилась. У меня он племянник живет в Томске, Данил. Это было года 3, наверное, назад. Едет он с молодой женой. Она рядом сидит. Остановился на красный свет. И вдруг сзади его как кто-то долбанул. Он через перекресток в другую машину ударился. Еще. А этот большая машина, как, ну вот эти, круизер-то или как они? Крузер. Крузер, да. Он, значит, пошел после удара еще вперед и воткнулся, когда там где-то повернулся, в столб-то. И на месте еще там это, значит, газует, работает. Когда дверь открыли, а за рулем сидит мужчина мертвый. И нога у него на газе. Она газ седает и все. Что, сердце? Ну, сердце, да, инфаркт или что? Понимаете, что? Дорогой, в таком ты говоришь, ты что с тобой, ты себе и людям беду сделаешь. Не надо тебе ездить на машине уже, ты, ну, больная. Ну, кого-то попроси, как-то, по крайней мере, такси возьми, там, 90 рублей там будет это. Ну, это дешевле тебе будет гораздо. Даже по правилам дорожного движения она не имеет права садиться за руль, если она себя плохо чувствует. Ну, по правилам-то. Но она сейчас нормально думает, себя чувствует. Нормально, у нее, видите, состояние было. Сейчас нормально, через да, она может, что-то давление поднялось там или что-то, и все. Сама же эти состояния. Ну, ладно, дальше разбирайтесь, что. Запомните, в субботу вечером есть кто их-то будет. В воскресенье тогда уже освящение планируют. Какие Христос, братья? Братья и сестры, мы давно и много говорим о том, что постепенно, но уверенно внедряется в наше общество ювенальная юстиция. Подойди, пожалуйста. Поснимай. И на одном из последних собраний даже было, я не помню, от кого такое предложение, чтобы мы от общины написали обращение к администрации. Было такое. Вот сегодня сестра принесла нам. Выключай. Вот это вот. Это обращение.